загадочный. На крыше дома, ну а в нем живет он, толстый гарсон. Малыши просят Гарсона, рассмеши нас, пожалуйста. Ведь нам в окно залети, спой нам, толстый гарсон. Он пропеллер свой заводит, смешной чудак, смешной чудак. Вопросами. И как тут быть, если нет тебя здесь, то ты гарсон. Мы ждем Гарсона, прилетай к нам, пожалуйста. Без дома окно залети, стой нам, то ты гарсон. Вот мы слышим мотора стук, веселый стук. Прямо с крыши спешит нам друг, наш чудесный друг. Это значит, сказка может добрыми стать, если Гарсон нам поможет этот мир понять. Толстый Гарсон. Вот мы и слышим мотора стук, веселый стук. Это с крыши, но прямо с крыши спешит нам друг, наш чудесный друг.